Прямо я приветствую всех на своем канале о вязании. Меня зовут Елена. И сегодня у нас видео такого болтологического характера. Речь пойдет о пряже. Вот. Так что, кому нравится видео такого плана, добро пожаловать. Значит, так. Я решила связать себе кофточку. Ну как, кофточку, маечку. Летнюю, да, девчонки, не удивляйтесь, лето уже подходит к концу, а я надумала вязать себе летнюю кофточку. Но дело в том, что у нас на Кубани еще сентябрь, октябрь, лето, так что еще успею ее поносить. Тем более, что летом у нас невозможно носить вязаные изделия, а сентябрь, октябрь как раз самое то. Я здесь вам сейчас ставлю подборку. Фотографии на Пинтересте я нашла, что же я примерно хочу связать. Теперь у меня стала дилемма в выборе пряжи. Я навязала образцов, пряжа разная, в общем, одна пряжа 100% хлопок и две пряжи 100% бамбук. И вот теперь стою перед выбором, что же связать. Сначала я связала вот эти два образца, то есть из хлопка и из бамбука. Девочки, абсолютно одинаковое количество петель. Что в этом образце, что в этом, 39 петель. Это значит 100% хлопок, здесь 180 метров на 50 грамм, а это 100% бамбук, здесь значит 125 метров на 50 грамм. Разница большая, да? И как бы в толщине ниточка тоже чувствуется разница. Так, вот так вот лучше показать. И ниточка совершенно разная. Хлопок состоит из нескольких вот таких вот ниток. Видите? Расслаиваются ниточки. А бамбук как бы шнурочек. Вот он. Ну, образцы получились абсолютно одинаковые. Абсолютно одинаковые. Что до ВТО, что после ВТО. Так, я сейчас вставлю видео, посмотрите на замеры до ВТО и как выглядели эти образцы. Так, вот они, связанные два образца. И сейчас еще они не прошли в этой ВТОшку, я еще не стирала их. Сейчас я их замеряю до стирки. Так, замерю сначала вот этот белый. Так. И он у нас 15 сантиметров в ширину и 14 сантиметров в высоту. Так, и этот второй образец 14,5 в ширину и 13 в высоту, длину. Ну вот. Теперь сейчас я их постираю и потом после стирки снова с вами померяем. Так, ну что, теперь померяем после. Так, что же у нас здесь получилось? Ширина 15 и по длине 14,5, то есть не изменился. Хлопок вот как был. Ну, смотря как его потянуть, да, немножечко еще, может, там плюс-минус какие-то миллиметры. Ну, вот он какой был, такой и остался. Просто немножечко выровнялись петелечки. Такой классный получился. Получилось полотно. Но оно такое вот, как бы, плотненькое. Вязала я на спицах номер 3. И этот образец, и этот образец. Ну, вот он такой какой-то шершавенький. А бамбук, наверное, немножечко поменялся, мне кажется. 15 по ширине стал
и 13,5 по длине. Ну, практически не изменился после ВТО, да? И они абсолютно одинаковые. Вот, смотрите, один в один прям. Ну, здесь полотно, конечно, более такое струящееся прям. Вообще, мякиш-мякиш. И вот не знаю. Думала, но я хочу кофточку вязать с коротким рукавчиком, а у меня 10 моточков вот этой пряжи и 10 вот этой. Значит, бамбук у нас пряжа. Бамбу от Вита. Я уже сказала, да, в 50 граммах 125 метров. Такой розовый нежный цвет. Колор 1361, если кому интересно. У меня их 10 моточков. Вот. И вот такая пряжа. Лана Стоп. Алгадон Софт. Вот такой вот 100% хлопок. Бамвуле. Это производитель. Кто у нас? По-моему, испанский производитель. Да, Испания. Это турецкий производитель, это испанский. Пряжа шикарная, мягкая вообще, ну просто, не знаю, просто шикарная. Но в образцы она немножечко грубее, чем в моточке. Моточек прям вообще мягенькая-мягенькая такая. А в образце нет. И эта пряжа блестит, поблескивает, прям такая шелковистая. Это матовая, то есть хлопок не мерсеризованный, просто обычный хлопок, но мягкий. Не знаю, девчонки. В общем, 10 мотков много, да, с коротким рукавчиком. И свяжу я, и останутся моточки ни туда, ни сюда потом. Как бы жалковато, можно связать что-то с длинным рукавом, да, или тунику какую-нибудь так подлиннее. В общем, 10 моточков, все-таки много. Это и тоже. И я нашла у себя вот еще такую пряжу бамбуковую, троицкую. Ее у меня 5 моточков. Здесь, значит, 130 метров в 50 граммах. И связала образец из нее. Вот такой. В Пинтересте модельку увидела, да? Вы ее все видели на экране, я показывала. Связала я образец. И вот думаю, может быть, остановлюсь на этой. Здесь я связала просто узор, заборчик и крючок арочки, из крючка цепочки арочки. Так, и вот теперь у меня вот такая вот стоит дилемма. Хватит ли мне этой пряжи? Если это, я боюсь, что останется ни туда, ни сюда, то хватит ли вот этой 5 моточков? В общем, теперь у меня... Муки творчества начались. Не знаю, что мне теперь, девочки, делать. Что вы мне посоветуете? Ну, пряжа нравится мне вся. Вся она классная. Да, кстати, вот бамбук вот этот 125 метров, да, на 50 грамм. И вот этот 130 метров на 50 грамм. Они практически одинаковые, да, по метражу. Но если взять по ниточкам, то белая ниточка гораздо тоньше, чем розовая. А образец, смотрите, насколько больше. Или может из-за узора зависит еще, конечно же, размер образца. Вот смотрите. Здесь вот так вот немножечко потянулся, потому что здесь и крючок, и спицы. Вот, смотрите. А, девочки, а что ж я вам голову морочу? Этот же образец белый я же вязала на спицах 3,5, а вот этот на троечке, правильно. Вот поэтому он и больше. А я сижу тут вам голову морочу и сама заморачиваюсь, сижу. Ой, ужас какой-то. В общем, не знаю, что мне делать. Что мне делать, как мне быть. А вязать нужно, вязать хочется. Я бы все 3 начала вязать.
Ну, пока нужно остановиться на одной. Вот, наверное, все-таки я рискну вот из этой пряжи начну вязать. Посмотрю, если вдруг не хватит, я, может быть, да закажу, но такой пряжи я не видела больше нигде. Сколько облазила сайтов, больше ни на одном сайте я ее не встречала. Есть бамбуковая, но цвета такого нет. А этот цвет супер белый. Вот такие вот дела. Ну, может быть, заменю ее. Знаете, сейчас новинка есть, Ярнард бамбук. Девчонки, кто знает, тоненькая ниточка, там нет, как она, мягкая, не мягкая на ощупь. Вот не знаю, может попробовать ей заменить, но я боюсь, цвет будет отличаться тоже. Чтобы скомбинировать, ну пока голову забивать не буду, начну вязать, а там дальше будет видно. Ну а из этих, наверное, что-нибудь может быть с длинным рукавчиком, а может еще и передумаю. Ну вот, друзья, на сегодня, я думаю, достаточно. А то я и так уже наболтала целую кучу. Многим это не нравится. Мне в прошлом видео поступил комментарий, что много болтовни, ни о чем. Вот. Ну, это мой канал, и мне решать, что снимать, как снимать. Болтовня, значит, болтовня. Многим нравятся такие видео, да, поболтать, болтологические. Я тоже с удовольствием смотрю такие ролики. Сижу спокойно, вяжу и слушаю, очень даже нравится. А кому не нравится, пожалуйста, проходите и смотрите то, что вам нравится. Ну вот, на этом буду я с вами прощаться. Сейчас пойду пробовать вязать что-нибудь. Вот, ну и потом, как только я что-то начну, я обязательно подключусь и вам покажу. А сейчас пока-пока и до новых встреч. Увидимся скоро.